Завтра день поминовения усопших или родительский день. Автобусы и троллейбусы будут работать в усиленном режиме. Для удобства жителей пустят больше транспорта. Добраться быстрее можно будет до Градского, Преображенского, Успенского, Фатеевского, Митрофановского и Сухомесовского погостов. Для подвоза к остановке улиц Чищерина и пересадки на автобусы будет усилена работа троллейбусного маршрута номер 26. Увеличится число автобусов на 17-м маршруте. Чаще будет ходить трамвай номер 3. Кроме того, для удобства горожан и экономии будет действовать единый пересадочный билет. С ним можно без доплаты пересаживаться на любой вид транспорта. Срок действия 60 минут. Он будет стоить 25 рублей. 90 минут обойдутся в 34. Бонус доступен только держателям транспортных карт и не действует на маршрутах автобуса 15 и 16.